И снова здравствуйте, дорогие друзья. Вы на канале Фанкен Видео. В этом ролике вы узреете, как Илюха с Саньком меняют жижу. Мертвую, убитую наглухо мразь. АТФ. Коробки автомат. В автомобиле Nissan Liberty 1999 года выпуска. Стой, глуши, глуши! Ну для начала посмотрите, какую репу отъел себе Илюха, а потом открутите сливную пробку с поддона карабаса. Слейте эту черную жижу, которая раньше может быть была АТФ-кой. Вам нужно зафиксировать объем этого слитого гафна. Для определения слитого объема Илюха нашел на помойке пустую канистру из-под Лукойла. На ней видны риски, можно замерить литраж. Нужно это для того, чтобы залить такое же количество АТФ, что и слили. Открутите и отковыряйте крышку поддона. Будьте осторожны. В поддоне останется много этой мерзкой субстанции. Можно вылить ее на себя, и мамка замучается стирать ваши шмотки. Открутите все болты масляного фильтра. За исключением одного, его просто ослабьте. Поставьте под машину любимый бабушкин таз. Пошатайте фильтр рукой. Из коробки сольется еще много грязного нефтепродукта. Это не открутил? Открутите последний болтик и вырвите масляный фильтр из коробки. Грязный, забитый. Такое ощущение, что жижа на этой машине никогда не менялась. Посмотрите на этот засранный, избитый жизнью фильтр. А на поддоне нет живого места от фрикционного налета и магнитивные толстейшим слоя дерьма. Все это очень печально выглядит. На замену старому фильтру мы заказали самый дешевый. В комплекте с галимой прокладкой, сделанной из прессованных ногтей бомжующих китайцев, а все потому, что хозяин этого авто вонючий жлоб и нищеброд. Дальше по плану установка этого ушлепского фильтра, сделанного из корост из голов папуасов, на место старого. Если вам хватит смелости, вы можете почистить поддон соляркой или бензином. Санек вызвался мыть первым, а потом мы отмывали его в горячей ванной с губкой, сделанной из старого катализатора. Для показухи своего липового профессионализма Илюха нафаршмачил герметоса на прокладку поддона и даже на камеру обезжирил поверхности. Вы можете повторять за ним, но я не советую. Давайте прикрепим поддон на место. С этим они, слава богу, справились. Сейчас начнется самое интересное. Ну нахуй, я пошел. Илюхе пришлось еще раз сгонять на помойку за второй, пустой, баклажкой Лукойла, так как слилось около 5 литров. И это только из поддона. Как вы уже поняли, сейчас ребятишки будут наливать жижку обратно через щуп. Но только новое. И вот еще один нюанс. Если у вас нет такой же розовой леечки, как на видео, у вас ничего не выйдет. Идите спать. После заполнения поддона краснухой, самая сложная задача для одноклеточных – найти шланг обратки, который идет в поддон. Методом научного тыка, Илюха пытается его найти. Этот ролик для того и создан, чтобы вы не искали и не гадали, а просто посмотрели. Ну давай, заведи. Только слушай внимательно, если я крикну, глуши. Стой, глуши, глуши! А, пизду, не получилось. Отсюда делаем вывод, что на данной модели искомый шланг находится левее по ходу движения. Надеюсь, Илюха не забудет одеть снятый шланг на место.
Заводи. Глуши. При запуске дрыгателя сливаем где-то 2 литра жижа и глушим, заливаем через щуп мотива. Столько же, сколько и слили чистенькой АТФ-ки. Повторяем процедуру до тех пор, пока из шланга не польется кристально чистое, как слеза невостребованной девственницы, масло. Ну давай. Глуши! Она пошла уже прозрачная. Если жижа пошла чистая и прозрачная, это значит, что насос прогнал ее по всей системе, и можно проверить уровень. На всю процедуру ушло 8,5 литров АТФ. Это количество, необходимое для полной замены на этом авто. Ну... На кончике до холодного не доходит. Ну, кастлитра этого не хватает. Главное, что стоит запомнить, это то, что вам необходимо сливать масло малыми порциями. Где-то по 2 литра. И заливать столько же чистого. Ну, вот оно. То есть уже за холодную зашло. Ну все, надо заводить. Надо шланг сначала накинуть. Извини, не накидывал? Ну надо же, я в шоке, Илюха вспомнил, что нужно обратно одеть шланг на радиатор. Мне кажется, он заслужил вашу подписку и жирный коммент, такой же жирный, как и он сам. Угу, мало. Ну здесь до сюда. Да еще, а оно вот оно. Вот оно, да? Посередине практически. На заведенном авто проверьте уровень, прогрейте коробку, дайте до отсечки, и залезайте на Авито в поисках контрактной, ха-ха-ха, шутка. Долейте жижу до уровня ход. На прогретой. С вами был комментатор Максим. Надеюсь, все понятно объяснил. Угу, нормально. Все, глушить.